Всем привет! Вы на канале Покупки на диване. Нам пришла посылка, которую я заказывал, наверное, полгода назад, и она только сейчас дошла. Я уже давно за нее вернул деньги, открывал спор на Алиэкспрессе, мне вернули деньги. Приходит посылка, я начинаю ее прощупывать, начинаю смотреть свои заказы в интернете, не понимая, что это, и вдруг я догадался. Посылка была, видно, потеряна, и сейчас она только дошла до меня. Здесь было крепление для экшн-камеры Sony и был адаптер. Я уже давно заказал точно такую же подзарядку для телефона у другого продавца. Мне она давно пришла. Я уже снял обзор. Пользуюсь вовсю ею. И сейчас вот будет запасная еще одна. Это крепление для экшн-камеры. Одевается на туловище и на плече можно установить будет камеру. Ссылочка где в описании? Ну что ж, вот такое вот приспособление. Возможно, она кому-то понадобится для съемок. Но на мой взгляд, относительно такое удобство, потому что камера, когда она находится у вас на плече, она немножко завален горизонт. И при ходьбе, допустим, она будет трястись. Никакой стабилизации не будет. Но тем не менее, вот такое вот. Заказали такое приспособление, благо оно мне досталось бесплатно. Просто когда я заказывал, я посчитал, что оно мне нужно, но когда оно не пришло, я и обрадовался, что хорошо, что не подошло, и деньги мне вернули. Но вот сейчас оно мне пришло. Ну и зарядка в поездку очень хорошо, когда едешь на долгие расстояния и живешь где-нибудь в гостинице, и у тебя много всяких гаджетов, которые нужно зарядить. Вот с такими тремя USB входами, 1 на 1 ампер, на 2 на 3 ампера.